В Фарушском национальном университете стартовал второй всеукраинский медиафестиваль. Конкурсанты со всех регионов Украины представляют работы по трем основным направлениям социальных коммуникаций – журналистика, издательское дело и реклама. Какие темы больше всего волнуют молодых журналистов и как они оценивают свои шансы на победу, знают наши корреспонденты. В этом году на всеукраинский медиафестиваль прибыло 56 участников. В целом они представляют 41 конкурсную работу. Среди них студенты Запорожья, Бердянска, Киева, Симферополя, Винницы и Луцка. Главная особенность всеукраинского медиафестиваля – он организован силами студентов. Но без поддержки администрации Запорожского национального университета не обошлось. Мне кажется, самое главное – это возможность увидеть, что будет с нашей журналистикой через 2, через 3, через 5 лет, потому что это делают студенты, делают в других форматах, в других моделях, которые качественно отличаются от традиционного журналистского творчества. Для участия в фестивале конкурсанты отправляли работы согласно определенному направлению социальных коммуникаций. Каждый участник мог выбрать один из предложенных вариантов – аналитическую статью или журналистское расследование, социальный рекламный ролик, а также проект-макет периодического печатного издания. Модератор фестиваля Ольга Лебедева говорит, что в этом году представленные конкурсантами темы очень удивляют. Журналистские расследования, что поразило нас больше всего, абсолютно разные. Причем затрагивают очень часто серьезные темы. Фармацевтический бизнес, затрагивают тему сирот, затрагивают темы абсолютно разные. Участники, в свою очередь, объективно оценивают шансы на победу. Студентка 5-го курса факультета журналистики ЗНУ Ирина Фикс представляет проект журнала о вегетарианстве. Я не строю себе каких-то планов. Главное все-таки представить этот проект, чтобы его восприняли окружающие. Может быть, даже кто-то заинтересуется этой идеей. Всеукраинский медиафестиваль будет проходить 2 дня. Сегодня конкурсанты представили свои работы жюри, а завтра на острове Хортица для участников проведут мастер-классы запорожские медиаспециалисты. Лучшие работы будут отмечены специальными призами.